синем углу рейджа боец из Таджикистана Акмалджон Мамуров. Я Мамуров Акмалджон из Республики Таджикистана. Представляю спортивный клуб школы 11. Сегодня на этом турнире мой соперник является местным бойцом из Астаны Нурлан Карабалин. Ну, бои смотрел, хороший соперник, хорошо дерется в стойке, в парте тоже хорошо борется. Желаю удачи ему. Я должен выиграть, потому что за меня болеет Таджикистан. Будь сильным, иначе зачем тебе бить? Акмалджон Мамуров, Таджикистан! Возвращался Хаджи, мой родной, ты стал мне судьбой. Здесь, в Сырдарье, я мальчишкой купался, и с первой любовью я здесь повстречался. Я здесь мечтал, рассветы встречал. Каждый день я влюбляюсь в тебя, мой город Хаджент. Для меня красивей в мире города нет. Каждый год пусть твои расцветают весною сады, и всегда пусть счастливыми будут хаджентцы твои. Каждый день я влюбляюсь в тебя, мой город Хаджент. Для меня красивей в мире города нет. Каждый год пусть твои расцветают весною сады, и всегда пусть счастливыми будут хаджентцы твои. Его соперник в красном углу рейджа, боец из Астаны, Нурлан Карабалин. Я Карабалин Нурлан. Представляю сборную Казахстана, выступаю, весь 66 килограмм. Я очень ответственно и хорошо подошел к этому соревнованию и готов на все 100%. Желаю сопернику удачи. Будь сильным, иначе зачем тебе быть? Карабалин Нурлан! Астана! Казахстан!
третьем бою в полулегком весе до 65,8 килограмм встречаются. Синий угол. Акмалджон Мамуров, Таджикистан. Возраст 20 лет, рост 180 сантиметров. Чемпион Сагдийской области по грэпплингу. Чемпион Таджикистана по ММА. Профессиональный рекорд 3-1-0. Его соперник, красный угол, Нурлан Карабалин, город Астана, Казахстан. Возраст 23 года, рост 175 сантиметров. Чемпион Астаны по ММА, чемпион Казахстана по джиу-джитсу, призер Кубка Казахстана по ММА, финалист чемпионата Казахстана по ММА, победитель турнира «Битва за Север» 2015 год. Профессиональный дебют. Аплодисменты бойцам! Рефери в рейдже Баужан Сыздыкбаев, Шымкент. Судья готов. Судья готов. Боец готов. Боец готов. Бой! Первый раунд. Бойца кини! Не выпускай ногу, не выпускай ногу, иди! Дай работу, дай! Гад бери, нурик, гад бери, гад! Дай. Вот так, вот так, вот так! Нет, 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 нет! Нет, смотри, нет! А не бомбай ли головой! Хорошо, хорошо, нет! Гад бери ногой! Масти, масти, масти! Чуть-чуть локоть отдавили! Активнее бойцы! Бойцы активнее. Почему тихо в зале, друзья? Бой. Продолжение боя в стойке. Готовы, готовы. Thank you.
Активнее бойцы. Стоп. Центр. Бой. Прекраснейший первый раунд. Качественная, динамичная и актуальная видеотрансляция – залог успеха турнира «Битва номадов». И все это благодаря нашему турниру телевизионной компании HBTV. HBTV – оправдываем доверие и превосходим ожидания. Второй раунд. Оп! Угла. Поед. Бой! Активность, бойцы. Сетка, сетку оставай. Активнее, бойцы. Стойки, продолжится бой, друзья, поддержим!
отличный замдель. Зацепки не хватает, понятно? А сколько мы еще не видели сегодня? Активнее, бойцы! Активнее, бойцы! Голову пинать нельзя! Хоп! Предупреждение, первое, желтая карточка. Желтая карточка, желтая карточка, желтая карточка, с ним будет. Партере пенять нельзя. Понятно? Понятно? Приготовились. Бой! Затылок осторожней. Затылок, под затылок не бьем. Второй раунд. Бойцы получили небольшие предупреждения. Живет в гармонии с природой. Официальный партнер нашего турнира – энергетический напиток Gorilla Energy Drink. Он содержит натуральные соки, витамины, а также L-карнитин – вещество, помогающее работать иммунной системе. Gorilla Energy Drink – вступай в общество сильных. Thank you.
Боец! Бой! Дайте активность! В этом бою удушающим приемом победу одержал боец из Таджикистана Акмалджон Мамуров!